Всем здарова, народ, с вами Urban Flamingo, он же Без Сахара, и сегодня мы проходим C01 руины, открываем в них сундуки, погнали. Значит, с бэшками мы закончили, сегодня я апнул буквально недавно 62 уровень, открылся C01, и вот погнали смотреть, где же сундуки в C01. Значит, в первой комнате, до того, как активировать вон ту полетку, которая поднимет вас наверх, поворачиваем направо, вы должны будете видеть свечение, потому что вон ящик было видно. И это первый ящик, нормал, который находится в этой комнате. Дальше. Активируем полетку, проходим дальше, поднимаемся наверх. И после поднятия убиваем всех мобов, справа будет светиться еще один ящик. Это первый легкий ящик, он же второй по счету общему. Открываем этот легкий ящик. Активируем статуи и открывается вниз дверь, проход. Идем дальше, здесь ничего у нас нет. Проходим по мостику. Заходим на большую арену, которая, на которой много вот этих механизмов. Механизмов с кристаллами. Значит, первый кристалл активируем, сливается вода, открывается второй нормал сундук. И третий по счету. А вот дальше, советую не спешить активировать, точнее, вот эти вот кристаллы, которые поведут вас налево и направо. Справа у нас находится еще один кристалл, который откроет вон ту дверь к боссу. Слева находится еще один сундук, да. Но перед тем, как идти туда, спускаемся вот сюда вниз, не активируя кристаллы. И вот у нас первый хард-сундук. Первый хард-сундук, который пришлось довольно-таки очень долго искать мне. По сложности, я считаю, это данж такой же примерно как А01, потому что там многие люди тоже писали мне в комментариях, ну, многие люди в комментариях, в личку мне писали, что это спасибо типа мне, там, что помог, потому что очень тяжело было искать сундук в первом данже, хотя вроде показалось первый данж, да, что тут такого. А нет, вот как-то не получалось у людей, да и у меня тоже особо. Второй изи сундук находится вот здесь, открываем его. Может, сначала его можете активировать дверь, можете сначала активировать дверь вон там по кристаллам и потом вернуться сюда с сундуком, без разницы абсолютно. Дальше снова активируем кристаллы. Открывается дорожка, идем к боссу. Того у нас уже 5 сундуков общих, в общей сложности. Последний, второй хард-сундук находится в комнате с боссом. Кто любит исследовать комнаты сам, тот, в принципе, того сложности не будет. Он просто забегает вот за эту колонну, и здесь находится второй хард-сундук. Второй хард-сундук, который стоит за колонной, его, в принципе, тоже нетрудно найти, если пробежать сюда, посмотреть просто ради любопытства. На этом у меня все. Все 6 сундуков собраны, данж пройден. Поздравляю вас. Кому понравилось видео или помогло, ставьте лайк, подписывайтесь, это лучшая поддержка. Также у меня проходят стримы на Трово регулярно. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе и не потерять. С учетом того, что Twitch скоро закроет, я думаю, Трово чуть-чуть популярнее станет все-таки. Будем надеяться. А вам спасибо за просмотр, проявляйте активность, пишите в комментариях, делитесь видео. Увидимся в следующем видео или на стримах на Трово. Всем пока.